Приветствую вас, земляне, с вами Сенсей. Давайте попробуем пройти дальше игру Rage 2. Первая мне очень зашла, мне очень понравилась первая. Ну, гонки не очень я люблю, поэтому так, в меру. Вторая пока я не очень доволен. Ну, просто я и не разбирался в ней. Если в ней разобраться, все приемы знать и так далее, мне не очень интересно ковыряться. Но впечатляет стрельба из оружия, анимация врагов впечатляет. Сделано просто бесподобно. Говорят, что как в Думе, но я не знаю, Дум я только одну часть залил, можете посмотреть у меня на канале. Никто не стал дальше смотреть. Конечно, когда я наберу аудиторию, я буду игры проходить до конца. Какие-то игры кто-то захочет посмотреть. Ребята, я могу продлить. Некоторые записи у меня до сих пор остаются. Что-то ты сдаешь. Опять это шобло, блин. Так что многие игры у меня остались записи. Можно будет продлить дальше. Осторожно, талант, это еще не все. Все, что захотите, да. Почти все. Мне игра тоже в какой-то степени должна нравиться. Я вот в эту игру, так я пока держусь. Мне нравится вот стрелять. Вот. Очень импонирует мне стрельба. Побегать, пострелять, они такие шустрые, прыгают. Блядь, что такое? Понял. Говно мне прям на башку вывалилось. Мерзота, блядь. Смотрите, они какие шустрые, блядь. Говнище, блядь. Да, вот обрезать-то нет, там мне и подсказывали, что... Вот все, блядь, опять началось, да. Голимое говно, блядь. Так, давайте сделаем сейчас по-другому. Наоборот, синхроимблиз. Даже дрова поменял я. Ну, возможно, подкачка отключена. Давайте сейчас и так, и сяк попробуем. Я уже не буду тут. Я вчера 2 часа ее делал, ковырялся вот, с этой херней. Попробуем синхронизацию включить. Что мне не понравилось в этой игре? Карта скачет прям. Будь здоров. Вот сейчас я подключил эту хреноту. Датчик. То 2000, то 1800. Что-то частота прям вообще никак не справляется. То много, то мало. Такое вообще чудо я никогда не видел. А вот это, чтобы вырезать кусок, я вчера час ждал. Час. 55 минут делал, кусок вырезался, блядь, 5-минутный. 4-минутный. Сейчас вот синхроимпульс я включил, давайте посмотрим, как с ним будет. Осторожно, дорогуша, идет новая группа. Сейчас тут зацепит. Покер, ты танцуешь на слабо натянутом канате. Смотрите, какие они шустрые, да? Блять, обезьяны, нахуй, обезьяны прям, блять, мне нравится вообще сделано конкретно. Прям они вот так вот, вправо-влево, влево-вправо, блять. Смотрите, что творят эти мерзавцы, блядь. Что это вот такое, блядь? Подарки, блядь, на новый год, блядь. Конечно, здесь надо обрезать. Любому, блядь. Отвали, блядь. Дали передохнуть. Ух ты, блядь, смотри. Делают, блядь, подрывники вонючие. Ааа, Яврик, а Яврик. Эх ты, блядь, какой гонщик, вы видели? Сука. Мерзавец, вы видели, какой гонщик, блядь? Он как на лыжах, блядь. Ой, на лыжах, как на коньках, блядь. Да пес и знает, может, как на лыжах, блядь. Прям вообще слава, блядь. Вот, вот, что они творят, блядь. Как обезьяны, блядь.
прикольно же, блядь. Ну, игра для меня красотка. Стрельба тут интересна, зачем вот это тут всего накрутили, вот эти цвета мерзопакостные. Ладно, я хоть убрал там. Может, это кому-то и заходит, но, блядь, я не знаю, это шутер, блядь. Тем более ужастик, блядь, должен быть вообще. Это обжигающая страсть. Уокер, что-то ты сдаешь? Жердяй какой-то вышел, смотрите, как. Мерзопак. Он сейчас сам и завалит этих дураков. Мне и валить не надо. Все, отстрелялся я, ребятки. У меня нет патрон, нормальный, хороший, блядь. Заход нам. Мне надо просто немного задержаться, и он сам их всех передолбит, этих дураков там. Или им ни хрена не делается, да. Дохнут они или нет, я чуть не пойму. Когда он в них попадает. На, обезьяна. Вот со хрен прыгал. Ты все, мужик. Так сюда пал. И уступает сцену новой звезде. О, боги! Погоди, сейчас я открою шампанское. Давай, куда идти, я не пойму. Это же победа! Розовые вот эти кнопки. Зачем это надо было? Это ужасно. Я не знаю, он бы мрачный посмотрелся, игра бы намного круче. Мрачная такая вообще, блядь. Было бы. Да, я, кстати, сегодня специально перед этим посмотрел, сколько там кнопок задействовано, всяких способностей. Как грязи, блядь. Игра только для джойстика, блядь. По всей клаве ползу с ума сойдет. Мне эти все спецприемы не интересны. Ну как тебе нравится? Ты себя не надо на коленке сидеть. Я вообще-то женщин люблю. Где там следующий придурок? Работаем. Ко мне у всех видно. Дерзай. Насрал тут сюда. Копчен наш мозг. Ну, похоже, это все. Все, сваливаем отсюда. Давайте сейчас пойдем в ковчег и заберем там нахрен. А ты не шутишь. Этих мерзавцев. Так расправиться с мутантами, это надо уметь. Молодец. Скоро и правда звездой. Нафиг. Так, давайте разберемся, что тут у нас с машиной. Она дымится у нас. Ее, по-моему, можно ремонтировать. Я так и не разобрался, как стрелять из нее. Ну никак я не могу, она не стреляет у меня. Дресня эта вонючая не стреляет. Я не знаю, как она должна стрелять. Мышкой я все кнопки перепробовал. Здесь все кнопки, я не знаю, как она должна стрелять. Может, две попробовать мыши надо сжимать. Две кнопки мыши. Вот что это за тупость такая. Нет, я не могу это. Не понимаю, как стрелять в машину. Может, это глюк какой-то или чего, или я настолько тупой, блядь. Это ускорение. Здесь в этой игре нет никаких объяснений, ни обучений, ничего. Чего, как, блядь, пользоваться нам? Может, я все это просрал, уже не помню, как в тех частях. Я говорю, в этой, как свинья в апельсинах в этой игре. Зачем нужно было из нормального шутера делать какую-то дресню, блядь? РПГ, блядь. Так, давайте вот сначала уничтожим, там мне говорили, значит, вот эти вот. Ковчеги, надо обязательно до какого-нибудь добраться и забрать там обрез. Ну танк какие-то. Если еще вылетит игра, блять, я брошу. Все, не буду ковыряться, надоело. Сейчас я подкачку включил, блять, потому что она, мне кажется,
Эта дрянь, он жрет память, блядь, безумно. Мне так кажется. Без подкачки она, то есть игры, которые, блядь, не просто жрут память, а она просто улетает, утекает. Так, давайте, где мерзавцы, блядь? Да, чё мне не нравится именно в этой игре, блядь? Блядь, тысячу раз, сука, надо стрельнуть в говно какое-нибудь, блядь, чтобы его завалить, блядь. Тысячу раз, нахуй. Они голые, сука, голые, блядь. Просто выбешивает, блядь. Игрушка-то неплохая, стрельба, всё, блядь. Ну они прям голые, нахуй, ёпты. И их невозможно замочить. Как вот этого козла, блядь, замочить? Ждать, когда он прыгнет? Вот эти ракеты тоже непонятные. Чё это, блядь, какой-то мусор, блядь, я кинул. Вы видели, блядь? Мусорилка мусор кинул меня, блядь. Вон там наверху какая-то мерзость, блядь. Чё-то меня пуляет. Смотрите, сколько надо раз стрельнуть, блядь, чтобы кого-то убить. Я понимаю, возможно, здесь прокачка. Но есть такая игра, блядь, как она там называется, блядь. Он там весь хромой, блядь. У него ни рук, ни рта, ни жопы, ничего нету, блядь. У него все забрали. И когда ты проходишь, тебе раз там добавляет бег. Он там побыстрее двигается. Потом раз там более точно начинает стрелять. Ну это, блядь, че, сука. За игры такие, блядь, тупые, блядь. О, наконец-то я нашел вот, ищу вот это, не могу найти. С ведром какая-то курица стояла, видели? Ну куда вот так вот лупить? Это единственный ассасин, который всех больше меня раздражал. Это, блядь, в Лондоне нашел. А они сделали еще такую же часть, блядь. Рыцари там какие-то, как это. Ты еще раз надо, блядь, сука, ударить мечом или там ножом, блядь. Или еще чем-то, чтобы... Вот это стрелял, как стрелялка, отличная игра. Зачем тут говно? Ну, сделали способность, ладно. Зачем забирать оружие-то, блядь? Его надо давать как в Думе, блядь. Каждую минуту, блядь. Вот тогда эта игра, блядь, супер была бы для меня, блядь. А это как свинья в апельсинах, блядь, в этой игре я... И мало того, что у меня нет никакого оружия, надо по ковчегам лазить и забирать их, блядь. Ты кто, боевик или кто? Тут их... Вы видите, что творится, блядь? Я думал, с одного удара убью, да? Она голая, видите? Я не могу ее пробить. Как будто она в сухоизолированной броне, блядь. Игра сделана через задницу, блядь. Отличная стрельба, все, блядь. Ну игра жопа просто, да, какая-то. Первая часть, блядь, была намного круче, блядь. Их, блядь, миллионы, блядь. А у меня одна пулька только, блядь. И пистолет, блядь, полуговенный, блядь. Я еще как-то пытаюсь здесь чего-то, блядь, кого-то завалить. Да. Смотрите, смотрите. Он голый стоит, голый, блядь. Блять, я вылечиться даже не могу, не успеваю лечиться. Все, ёпта, я и жизни не вижу. Сразу, блять, 5 гранат меня гибанули, нахуй. Я дохну очень быстро, блядь. Они, блядь, через час, нахуй. Все, нет у меня ни аптечек, ничего, блядь. Вон они кидают и кидают это говно у меня, блядь. Лупит и лупит, ёпта. Мерзавцы, блядь. А им хрен бы, хрен, блядь. Вот смотрите, сколько я раз стрельнул. Смотрите, блядь, это что? Это нормальная игра? Зачем мне это говнище, блядь? Ну понятно, что тут, может быть, надо его подтянуть, блядь. Поддрочить, подскакнуть, блядь. Я хочу просто пострелять. Зачем? Вы сделаете такие условия, я играю на легком.
чтобы я мог их валить, блин, как грибы, да. Давай пока. Срезать, блин. Вы видите, я ее пуляю, а она еще кидает в меня в это время. Это нормально? То есть она еще гранату кидает в меня. Я ее хуярю, блядь, вот так. А она еще кидает гранаты, блядь. И баб этих больше здесь, чем, блядь, мужиков. Стадо этих тёлок. Где вот они все еще бегают, да? Голые бабы, блядь, смотрите на. В броню я попадаю, а, блядь, в плечи, в ляжки я не могу попасть. Вы видели? Хуйнули мне, блядь, 25 штук в седалище, блядь. Зато они, блядь, выхлёстывают меня за секунду. Никаких патрон, ничего собрать я не могу, ничего, блядь. Это последняя часть, которую я заливаю. Нахуй это говно мне, блядь, неинтересно. Игры-то нет так таковой, блядь. Зачистить территорию, все, блядь. Чем зачищать, блядь? Вот сколько ты набрал патронов, столько и зачищай. Закончили, все, давай там эти магии, хуяги. Хватай, беги их, этих ублюдков, ну вот она и никому и не зашла, эта игра, блядь. У нее оценки-то, блядь, ниже плинтуса, но стрельба здесь интересно сделан, мир интересно сделан. Если бы он был такой именно сам на самом деле, такой мрачный, темный, без всяких вот этих вонючего говна, которые они тут насували, блядь, красноты, оранжевого говна, блядь. Он должен выглядеть как ужастик, как Doom. Вот как Doom этот. У меня, кстати, там Doom есть этот. Старый Doom. Не Doom, который новый 16-го года, или там еще на нем. А именно тот Doom, когда ты там с обрезом ходишь там, блин, в потемках. Вот один человек где-то засел, похоже. И я его сейчас буду неделю искать, блядь. Вот он лягает. Ну, я же сказал, один человек. О! Боеприпасы нашел я. Матерь божья. Вот смотрите. Первый раз я что-то поднял, блядь. Все тут оббегал. Все оббегал здесь, блядь. И первый раз что-то, блядь, цепанул. Какой-то звериный, блядь. У меня этих шутеров, я уже сколько там, у меня более 600 роликов. Более 600. В основном игровые. Стрелять я вообще не научился. Как можно, блядь? То ли я такой тупой, блядь. Не стреляют. Кнопки не стреляют, блядь. Что цель наводит, что не цель. Ничего не стреляет, ни хрена, ни одна кнопка, блядь. Я не знаю, в чем дело, блядь. Может, какую-то кнопку надо держать и нажимать, блядь. Я херы знаю. Никто меня этому не обучал. Давайте ковчег сходим. Я хочу все-таки до ковчега добраться. Вот какое-то оружие посерьезнее. Потому что это вот дрочилово. А что такое, я не пойму? Уничтожить всех. Так я что, не уничтожил, что ли? Контейнеров вот я не нашел, 5 штук. Подожди. Задание-то я выполнил или нет? Я что-то не могу понять. Контейнер-то мне вообще без надобности. Уничтожить. Локи. Все уничтожено. Я понимаю, пустоши большие, но ты же не забываешь про Джона Маршалла. А что это за барбос? Ну почему эта отметка не пропадает? Давайте до ковчега доберемся. Это кто такой у нас? Перебои. Вот же марш. Давайте сюда пойдем. Потом в ковчег, да? Машинёшка мне нравится в этой игре. Стрельба, машинёшка, анимация людей, блядь, сделана прям прикольно, блядь. Всё. Больше ничего мне не нравится. Ну вот виды вот эти вот, я уже говорил. Все. Остальное все на мусорную свалку, блядь. Все эти вот хренотень вот эту, блядь, подбрасывать, тянуть и так далее. Какая-то дресня, блядь.
Я не получаю от этого удовольствия. О, какой ты. Эй, выглядишь грозно. Не интересуешься грязной работой? Ну, кровь, стрельба, дохлые мутанты. Работу не ищу. Мне нужен Джон Маршалл. А он как раз хочет нанять кого-нибудь, кто умеет держать. Так это же собачье дело, давай мне говори куда. Стволе полно мутов, и мы ни хрена не можем сделать, пока с ними. Смотрите, не разберемся. Смотрите, вот не вылетает, блядь, подкачку надо. Я подумал, где найти Маршалла? Таверни холостой выстрел, как и всегда. Ты его сразу узнаешь. Старый грубиян, весь в шрамах, с рубоконечностями. Получеловек. Вулкан это вообще дрянь какая-то. Ну, такое. Пойду поищу. Ну, зато высокий. А, что Крэк этот полуробот тресня, тебе не говорил? Не пробуй чемичанки со слизняками. 12-й, самая крутая Крэк. Вернуться обратно, мы в буквальном смысле по колено в дерьме. Все понятно, на кем внимание. Мне пора. О, подходи, не стесняйся. Что-то я твоего личика не припомню. Опять выбираю одну и ту же херню. Небось, друзья меня посоветовали. Я торгую тем, что тут нужнее всего, и не задираю нос перед народом Винланда. Откуда ты знаешь, что я из Винланда? А по одежке. Я вас издаля вижу. Вот это я не могу понять, что это за модификация. Значит, ты работаешь на Проуле. А это значит, что и я с тобой как-нибудь сработаю. Возьмем на все. Ладно, покажи, что у тебя есть. Так, это вот... Продать свое уже. Какое-то говно, у меня вся, смотрите, хлам какой-то. Продать не надо. Че, я продаю или нет? Деталь какая-то, блядь. Пригодится она мне, нет, черт её знает. Что искал, да ладно, пока. Вы все возвращаетесь. Так, давайте найдем этого черта на. Самое может, время вернуться обратно в блядь, затянет Тары, меня, да? Мы в буквальном смысле по колено. А, это опять это можно. Вдруг... Я пойду. Я вниз. Кто-то подал. Здрасте. Привет. Эй, классно выглядит. Реально классно. Хотел шмыркнуть туда. Посмотрим, может быть, еще и поиграем, но черт возьми. Нет, Гула, левое у тебя сведение. Ну не жми, ну дай глоточек, Амаш. Нет уж, я не посмотрим, стану менять пойло на такое. Просмотров много, мир. А толку я нет. Я говорю тебе правду, Марш. Винланду крышка. Да, да. Call Duty его там 10 просмотров, блядь, 5 часов. Не прокатит. А здесь Гула. Часа не набралось. Травишь байки, процентов. Чтобы нажраться на халяву. Винланд разрушен. На 5 минут, блядь, заходишь. Вот, я не вру. Это не только сразу все лучше не пей. 10, как я говорю, 10. Рейнджер, часов, да? 5 человек посмотрел. Ах, ой, и давненько 10 я тут человек. Никого из ваших не видал. Джон Маршалл. Легендарный я боец противоречия. Герой войны. Мы все выросли на рассказах о нем. Честно говоря, я думал, он будет как-то... Чем 100 просмотров, бля, я один сейчас. Значит, люди не смотрят, а просто заходят и... Поразительно. Винланд был так хорошо защищен. Мы тоже так думали. Винланд, да, я, они. Кстати, будет Гострикон Винланд. Они я вернулись. Сразу писал. Сегодня не а знаю, ты хочешь навряд воскресить ли проект игр Кинжал. Много я сейчас заливаю. Но беда в том, что мы тут тоже вроде как в осаде. Мутанты забили нашу электротурбину в канализации. Если бы кто-то решил эту проблему... Если это ради проекта Кинжал... Там тоже напихали, блядь, всякой прокачки, говна всего. Надо я ее начинал и просил. Быстро соображаешь. Может, опять я отправил туда пройдет. Столько головорезов. Только они все погибли. Ничего, справлюсь. Напихали всякой прокачки, блядь, и отмечать нельзя несколько целей и так далее. То есть надо прокачать, тогда можно отмечать. Это просто какое-то говнище, блядь, сделали. Да. Вот, который я заливал призраки, Гострикон. Смотрите, у меня призраки. Вот там, да, вот там игрушка. Это, блядь, лучшее творение, я считаю, призраки. А змеевики были легендарной бандой байкеров. Но их время вышло.
Моя банда станет новыми змеевиками. И чтобы это доказать, мы захватили их старые территории рядом с гоночной трассой. И теперь нам просто нужно где-то раздобыть байки. А на верных стальных конях мы хоть в ад и обратно сгоняем. Прежде чем лезть в канализацию, пойди закупись всем необходимым. Восстановишь электричество, а я помогу восстановить проект «Кинжал». Все, я необходимый взял сейчас. Куда мы? В канализацию, что ли? Куда мы? Тебя маршал прислал, что ли? Да. Третий бедолага за неделю. Надеюсь, ты покрепче предыдущих. Посмотрим сейчас. Там сейчас. Что это такое? И грубо сделали ужастик. Блять, она смотрелась бы прям идеально, серьезно говоря. Зачем кому это говно пришло в голову? Это люди, вот они там на самом деле разрешены наркотики, блядь. Они курят там, блядь, каждый второй. Да ну, и как вам живется? Ну, бывают трудности. Особенно курит Бесезда, блядь. Те, которые вот утверждают вот эту херню. Собственное электричество. А если те вообще уже какая-нибудь подстава, всегда найдутся наемники. Я думаю, что и колется вопрос. Значит, я для вас просто наемник? Нет, конечно. Мы рейнджеры какой-то делают из другого теста. Можно и зубы пообломать. Я просто спросил, маршал. Просто спросил. Да пес с ним, с этим маршалом. Черт с ним, давай очистимся. Пойдем дальше. Че там с ним базарить, этим чертом старым, блядь? Опять тут задания эти, блядь, так я до дробовика не добрался. Так я был здесь? Или нет? Чуть я не могу сосать, я ж был здесь, нет? Канализации эти вонючие, блядь. Только, или похожие как-то. Что-то я вместо вспомнил, блядь. Нет, блядь, что-то похоже. Где эти суки? Куки, блядь. Слушай, маршал, вот. Может, где-нибудь поблизости есть ковчег? Ну ты его уже видишь, зачем? Быть. Вы опаздываете с этой херней. Дурашлёпый, блядь. Созвучка, блядь, опаздывай. Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. Досмотр завершён. Добро пожаловать в ковчег 402А. Какую-то дресню, блядь, придумал ковчеги, блядь. Это дробовик Арктек. Я видел такие только на старых голограммах. Я уже, блядь, три раза бросал эту игру, блядь, чтобы дойти до дробовика. Световая метла для тесных коридоров. Везет. Сейчас таких не найдешь. Максимально чего? И стрелять из него сможешь только ты. Он привязан к твоей нанотритовой сигнатуре. Наконец-то хоть что-то, блядь. Сейчас посмотрим, как он стреляет. Я не удивлюсь, что это говно надо качать, блядь. Постоянно. Никого он не убивает. Это такая песня. О, что ты кинул, сука, меня? Паршивец, блядь. Жрут кого-то вон сидят. Сколько у меня патронов? Не вижу. Давай подрежем. Шум, три ребятки, блядь. Как мне менять? Блядь, гнездо вонючее. Вот здесь надо их ловить, блядь. Куда ты ползешь, блядь? Как будто у меня обрез кто-то отберет. Твоя вещь, это никто у тебя не возьмет. Только твоя ДНК. Зачем мне эта информация, блядь? В игре, в которой, блядь, меня никто ничего не возьмет. А что это такое за говно я собираю? После них. Какая-то мерзость. Тут опять надо яйца, что ли, какие-то колбасики. О! Все, забираем, все, что-то у нас. Мусор какой-то собрал, чтоб потом этот мусор, надо его, наверное, будет что-то лепить из него. Лепить.
шустрый парень. Вот это обезьяна. Мне нравится вообще и анимация. Прикольно сделано. Была бы игра обалденная, если бы не рисовали ресницы. Вот смотрите, какой-то ходок. Блять, ходок назад пришел, блядь. Тупорез, блядь. Я опять черт убить вокруг все. Шесть штук. Ну, неплохо, блядь. Не бачать. Шакал. Ты смотри, блядь, за километр хуярит меня. Да где, куда у меня делся-то? Ружьё, винтовка-то где? Я не пойму, где винтовка-то, блядь, у меня? Это винтовка? А то это взрывающаяся-то. Блять, здесь наоборот надо. Ну это вот и разве это нормально вот? 25 раз стрельнуть в одного человека. Это нормально? Это разве шутер? Это херня, блядь. Какая-то. Домороченная, блядь. Даже в башку иногда, и то ни хрена не получается, блядь. Залпу какую-то я зашел. Взгляд. Опять не работал, да? А что тут надо сделать, я не пойму. Просто убить их всех, да? Зачистить и все. Оп, ты боевик какой, бля, вы видели, блядь? С крагами, блядь, на плечах. Где он, блядь? Держи. Что, желтокрылые, желтопузые обезьяны, блядь? Где вы там? Все, в какой-то тресне запутались. Как я отсюда выйду, блядь? Я не найду ни хрена ходов-то. Розовые, блядь, колеса, блядь. Кто вот принимает такие игры? Вот тот, кто принимал эту игру, вот она такая хуёвая и вышла, блядь. По мне, блядь. Она бы, блядь, на 8-9 очков была бы, если бы вот этого говна не было бы, вот который принимал эту игру. Если толковый мужик был бы, он бы такого не допустил, блядь. Надо было сделать ужастик из неё. Это за пакостный. Что-то за нервус. Это я еще не ругаюсь, а бесы. Бес полезный какой-то. Бес там вообще каждую секунду, блядь. Как начнет, все обкладывает. Даже иногда, мне кажется, все еще. Ухается. Просто достают такие вот тупые вещи, блядь, некоторые. Отличная стрельба, и анимация, и все, мир. Зачем все обосрать, какой-то, блядь, шоу делать? Из игры. Я добрался до турбины. Туда, блядь, куда-то. Она и вправду забита какой-то мутантской слизью. Хотя он ушел, наоборот, тебе удалось пройти мимо мутов и остаться в живых. Так, держать, Рейнджер. Теперь а вот тот дом, который я заливал. Надо там все как следует промыть. Ну, напал бензин. Здесь патронов. Смотрите здесь. Там я ничего не мог собрать, ни одного патрона. Блядь, здесь как говна накидали, блядь. Как говна. На каждую секунду, блядь, пачки патронов, блядь. Вот черт. Сейчас он будет, блядь, трясти свои сердечки. Где он?
хорошее место такое. Да? Блять. Босс, да? Босс, хрен прирос, блядь. Это разве босс? Я терпеть ненавижу боссов. Терпеть ненавижу, ребят. Рейнджер, ну, до этого вообще я не считаю, что это какое-то извращение, блядь, от босса, блядь. Ах, вы, блядь, козлятки. Ребятки, блядь. Вот он, убивается одного раза. Вот так и должно быть. Превратили в РПГ какой-то, сделали, блядь. Да и даже не РПГ, это... Они намешали тут игр, блядь. Решили все взять самое лучшее из игр, и получилось точно еще наоборот. Еще один рубильник. Блядь. Это не Ассасин там, от истоков уйти или еще что-то. Рейдж первый был, неплохой рейдж. И там никаких, да, говна, блядь, цветастого не было. Смотри, смотри, они там что-то начали, блядь, излучаться, блядь. Блядь, я провалился, да, и что-то как-то удержал. А куда идти-то мне, не пойму, все? Так, турбина очищается, что теперь? Как грязь уйдет, закрой люк, тогда турбина заработает. Опять я сюда пришел вокруг. Ну ладно, хоть какие-то... Как, что-то я выполняю тут задание. Интересно, просто. Посмотрим, как будет смотреть, о, если 5 пошел, часов наберет, блядь, продолжим. Это наберет, были опасные поливать. Мутанты, Рейнджер. Но тебе они оказались нипочем. Рад стараться. Кто это? А теперь я хочу поскорее выбраться. Черт. Тут воняет хуже, чем в солдатском сортире. Выбраться будет нетрудно. Там есть старый грузовой лифт. На нем ты поднимешься в мой арсенал. Давай показывай, где. Я об этом уже думал, как это убираться. И что? Куда? Как? Понял я. А, вон, блядь. Проект Кинжал. Это почти легенда. Я, доктор Квасир, Лузам Хагар и сержант Проули. Ты ведь знаешь сержанта Проули? Оно меня вырастило. И сделала из меня машину для убийства. Я так и предполагал. По тебе сразу видно. Видно, что тебя учил кто-то очень крутой. Кто-то из лучших. Ее больше нет. Погибла во время штурма. Жаль. Вот значит, почему ты здесь. Вместо Проули. Я уничтожу правительство любой ценой. Хорошо, если так. Кстати, имя-то у тебя есть? Зови меня Уокер. Уокер так Уокер. Уокера приклеили. У меня бабка любит. Уокера, смотри. Рейнджер Уокер! Наконец-то! Это мой арсенал и заодно генеральный штаб. Здесь я могу начать запуск проекта «Кинжал». Электричество теперь есть, но мне нужна еще помощь по кое-каким проектам. Не сомневаюсь. Уокер, тебе от этого тоже будет польза. Пока я работаю над кинжалом, ты сможешь подкачать мышцу, подготовиться к грядущему катаклизму. Не знаю, может, ты не в курсе, но сценарий кинжала таков. Ты в одиночку въезжаешь в штаб правительства на самопальном танке и запихиваешь смертельный коктейль нанотритов в главного упыря, генерала Кросса. Звучит заманчиво. Начну готовиться. Начинай. Если понадобишься, я выйду на связь. Так, ну чего? Чё тут просматривать-то, не пойму. Чё это такое? Купить, чё тут варить? А чё купить? А, F зажать. Какую дресню купил я. Ну я говорю, сейчас это, блядь, половина на оружие говно, его надо прокачать. То есть мне дали сразу говёное оружие, блядь, которое нихуя никого не может убить. И его сиди прокачивай. Но это, блядь, это нормально? То есть у них нет мозгов, блядь, придумать какое-то еще новое оружие. То есть три оружия, я его нахуй качать должен сидеть.
Мерзавцы вонючие, блядь. Так, а это что такое? А может, у меня и машина начнет стрелять? Я не удивлюсь, да. Ну что, давай вот это тоже. Я, может, все могу сделать. Я трачу себе, я все могу сделать. Насували всякого говна, прокачки всякой какой-то херни, блядь, насували. Зачем мне ваши говнищи? Дали мне пострелять, и все. Че такое, не пойму? Ты ч? Шуруповерты, блядь. Кидал его. Все, я все очки, что ли, сожрал, да? Ну ладно, все, неинтересно. Выбирай все, что захочешь. Лишним точно не будет. А чего выбирать-то у тебя? У тебя нет ничего, мужик, блядь. Че, обалдел, что ли? Еще какой-то. Всякую говна сейчас наберу, блядь, а патроны не уберу. Вот он будет тогда комедия, блядь. Сюда мне? Нет. Сюда ли я иду? Да. Ну, может, эта игра и зацепит меня к концу игры, блядь. А, вот, господи, блядь, думаю, что такое, какая, блядь, пёрся. Все, что здесь? Просто забрать что-то я поднял. Что-то не видать ничего, блядь. Надо все-таки прибавить еще. Семьдесят тут сделаем. Ну я просто поставил, наверное. Все, я вышел. Я вышел. Ребята, я вышел из этого трясения. Спасибо за поддержку. Так, давайте посмотрим. Подождите-ка. Давайте посмотрим. Вот, ковчег. А, ну что, я уже взял ковчег, эту штуку. А, вон отметки ставятся. Вот эта галочка, это значит, выполнила. Вообще просто пропадало бы. Мне кажется, было бы интереснее. Так, вот сюда нам надо. Я вот здесь. Нет, сначала давайте до ковчега доедем, докатим. Отследить. Я ж не брала. И мне жить как надо. Выбить. Адьос. Ребята, надо выбраться только. Я иду прям вообще по наитию. По-моему, я правильно вышел. Как дела? На улице. Я вот второй раз уже не смогу зайти. Самое время вернуться. Опять эта жаба, да? Значит, вот сюда. Так, где у меня карантас? А, она у меня на карте включается. Все, сорвались. Погнали наш градский. Как я стрелять пока не научился на машине. Я не удивлюсь, если тут так сделали, что стрелять может только потом. Тогда зачем мне пулемет и патроны там? Ну, чё ты стреляешь? Чё ты такое? Это блокпост бандитов. Похоже, они перевозят топливо. Да, это станция техобслуживания. Здесь бандиты заправляют технику перед набегами. А не будет у них топлива, не будет и набегов. Пусть бегают, я здесь не живу. Вот, почему не стреляют? Вот сейчас на красную. Это что за накуренная тварь там проехала? Вы видели? Что это за мерзавец там проехал на пушке? Эх, блядь, стой! Да стой ты, блядь, я тут назад не могу вылезти. Машина застряла у меня. Так, выходите, как я там. Надо сохраниться.
Ну ладно, давайте на этом остановимся. Там, значит, монтировать надо, куски эти составлять. Давайте на этом остановимся. Не знаю, как пойдет она, не пойдет. Будут смотреть, 5 часов наберет, продолжу. Так больше не возьмусь. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя, смотрите на YouTube.